Привет! Конечно, не брат. Ну, я еще документально не видел этого подтверждения. Премии здоровья для того и для нас. Слушайте, что это такое? Вот мы тут, это, в Лачине, но они нас не выпускают вообще. Скажите, чтобы выпустили. Мы своем уже... Ну, як? Вот это вот кто вообще? Они не представляются ничего. Она должна служить народу, а не вот Саша, такие. Саша, где наши ребята? Пускай едут, ну пускай объяснят, почему не могут. Все это самое. Все это корма. Что вы это самое? Сейчас закінчимо мітинг, я вам організую. Нашу нам організують, ми хочемо вийти, щоб нам... Я вас проведу. А ми не хочемо, ми хочемо сюди вийти. Чого наші права вообще ограничені? Вас охранять. От я вам даю слово один. Объясните, кто вы? Не, простая вещь, что мы не должны выходить? То выпустите, чтобы не было скандал. Вели, выпустите, просто спросите, все. Я двери не ломаю. Ну как вы пожилую женщину сейчас держите? Навіщо вибивати вікна? А зачем они стоят? У нас тут не один народный депутат приезжал. Ну такого не было. Не треба порушити, ну ми ж не хулігани. Я вас не розібілюю. Телефон, будь ласка, не бийте вікна. Які вікна? Які вікна? Не робіть. Нам не треба вікна бити, це ви вибачте. Значимої в світі. І мир ми повернемо. Тому що війна – це сьогодні їх ширма.